Жорсткий ДМ. Паша. Лук. This very жорсткий aim Russia. Hard. It's a very noob Russia. Not noob. Very bad movement, very bad everything. Very bad knife. I know. Very bad knife, my friend. This is my friend, I know. No, it's very... He's not your friend, but... Him knife you. Yesterday he knife. He knife him two times, my friend. Yesterday he told me you are not friends with him, my friend. Okay, my friend. Okay. What? Suck, suck? You suck! Пошел. Пошло. Че? Ну нормально, нормально. Давай соберись, Гомосятина. Так, что тут у нас? Такая за чуденчика посадка. Ой. Ну, уж его не видели. Как мы видим, играет с полосками. Будь здоров. Паша, лук? О, май гад! This very, very nice. С харта им. You don't pass the group, my friend, decides to play like this, man. Fuck. You don't pass the group. Okay. And change place for you, change place for Fox. Fox. Fox? No, Huch or Fox? No, Huch or... Dosia. No, Dosia. No, who? Volt on it. No, overdrive. Overdrive. Him overdrive. Overdrive playing Dota, no. But he's good on Counter-Strike, better than him. Окей. Играю, короче, играю Dota, но лучше играю, чем Денис. А что ебывается? Хочешь, чтобы я опять зарезал? Готовы? Паша, Паш, you blah blah blah, no, and but assist your knife next time. Very bad. I don't believe you, my friend, never. After this tournament, he give me back the knife, my friend. Give me back. You back? Yes, yes, my friend. Really? Okay, okay, man. Пиздит, пиздит, зарежем его еще раз. Попорим. My friend, а мы его попорим, блядь. Ладно, Паша классный парень. Ну, просто попорим чуть-чуть и все. My friend. Пашка на позитиве. Собрался. Тебя народ будет смотреть, давай. Хедшот. Четкий аим, хорошо. Можно не убивать, но главное аимить. Хорошо. Хорошо. Четенько. Денчик в форме, мне это нравится. Угу. Угу.
Бо то це такий так і так. Сегодня предпоследний день тренировок, завтра последний. И мы отправляемся со Стокгольма в Юкопинг, где будет проходить DreamHack. Все команды жестко берутся, все команды жестко тренируются. Вот мистер Кнайф включился повар. Хорошо. Пошел повара, заметил. Денис, ты что там охотишься уже на ДМчики, да? Нормально. Не, кого-то зарежем. Не факт, что с группы, конечно, выйдем. Запорим кого какую-то собачуру. Обязательно. Вот ты смотри, ты заметил, они как чучка прям на тебя. Только достаешь кинжал сразу. Ладно, буду снимать, пока не запоришь. Это, конечно, может надолго затянуться. Давай, соберись. Давай, ты ж не убил, может запоришь? Хорошо. Так, одну собаку запороть. Да, да, ты это сделал, хорош. Вот так тут, ребят, команды тренируются. Жестко, в жестком режиме. Поляки отдыхают. Идем посмотрим, как поляки стреляются. Так, my friend. Окей, окей, окей. It's very beautiful, sorry. Окей. О, небо. У него наимчики рубают. Немножко лысину потрогали, тазу, тазу не понравилось. А у него чуть-чуть другая посадка. Такая вот. Сидит рядом с ним Снакс. Его мы не видим. А он... Он команник. Нафин! Нафин! Я тебя оставил. Я заметил. Так. Дин-дин. Бум-бум. Ладно, ну такие вот дела.